Молодой днепропетровский поэт Дмитрий Олейник приехал в Брест уже не в первый раз. Его встречи традиционно собирают настоящий аншлаг. Свободных мест в зале обычно не наблюдается. Приезд автора в этом году не случайен. Он с радостью стал почетным гостем культурной столицы Беларуси, где, по его словам, его принимают особенно тепло. Каждый свой творческий вечер Дмитрий Олейник посвящает своим читателям. Тем, ради кого он творит. Тем, кто ждет от него новых строк, надеясь на перемены. В частности, в отношениях между людьми. Чувствую, что мир требует перемен, как, наверное, всегда, в любую эпоху. Какой-нибудь поэт или писака или архитектор, которые меняли мир, они чувствовали, что миру надо меняться. Но почему меняться? У каждого свои были причины. Моя, наверное, одна из главных причин, что люди не умеют понимать друг друга. Вот. И я хотел бы, чтобы люди научились это делать. И если люди понимают друг друга, то нет войн, нет каких-нибудь ссор, и у всех все хорошо, никаких там, ну, грязных штук не происходит. Писать стихи Дмитрий Олейник начал еще в детские годы, посвящая рифмованные строчки близким и родным. Первые литературные зарисовки долгое время хранил рабочий стол и толстая тетрадь. Однако с появлением интернета желание поделиться своими мыслями и чувствами с другими людьми стало появляться в голове все чаще. Публикации появлялись одна за другой. Как итог, сегодня он является одним из наиболее читаемых молодых литераторов стран СНГ, которые активно выступают на творческих встречах. Очень радует, что читатели понимают. И я думаю, что, ну, если это можно назвать успехом, то мой успех именно в том, что, ну, я приезжаю там в другие города, и на меня ходят люди, пусть там не тысячные стадионы, а в том, что я пишу понятно. Пусть не всегда там какая-то рифма там замудренная, не всегда в ритм, даже почти всегда не в ритм. Но главное, что я пытаюсь донести какую-то мысль, она хорошая, и люди это как-то... На встрече звучали как уже известные, так и новые стихотворения молодого автора. Глубина и чувственность рифмованных строк вновь нашла отклик в сердцах поклонников. Со своей главной целью – заставить слушателя проникнуться тем, о чем говоришь, пронести через его мысли что-то новое и погрузить в мир эмоций, у молодого автора, безусловно, получилось. Признание в любви или режет нам горло. Я устал нести на себе горы и тяжелую гордость внутри. Дарю тебе мир. Мир мне тепло. Я с тобой, ты со мной, нам повезло. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Кирилл Липовик, Антон Луговкин, телекомпания «Буг ТВ».